Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова. И в этом видео я вам покажу, как воспользоваться предложениями для участников премьер-клуба. А именно, что нужно сделать, это зайти в личный кабинет, нажать на корзину, добавить продукты, которые вам нужны из каталога, и нажать кнопочку «Далее». Таким образом, мы переходим в раздел «Предложения». Спускаемся, или сразу у вас появится, или чуть ниже. Вот у меня есть предложение потратить 100 баллов. Я могу добавить набор тарелочек, нажимаю «Добавить». Так, проверяем. Да, добавилось. Итак, каталог премьер-клуба, он размещается у нас сейчас на втором шаге, когда мы делаем заказ. Здесь мы все просматриваем с вами. Если что-то нравится, какой-то продукт, нажимаем на кнопочку «Добавить». Если вам непонятно, что это за продукт, я рекомендую, например, скопировать или запомнить код 28189 Oriflame в Гугле или в Яндексе. Нажимаем «Картинки». И мы можем посмотреть, что это за кисточка такая для дизайна ногтей, более крупный вариант. Если она вам нужна, она вам нравится, то вы ее просто добавляете к себе в заказ. Как посмотреть весь каталог? Либо нажимаем на кнопочки внизу, или еще удобнее на стрелочку сбоку. Просматриваем все, что вам здесь нравится, добавляете в заказ, а я вам кратенько расскажу, что здесь интересного. Конечно, очень крутое предложение на аппарат для очищения кожи Skin Pro. Это первая версия аппарата. У меня такой аппарат есть, естественно, продолжаем пользоваться. Мне нравится именно им умываться лицо, потому что новый аппарат, он имеет три насадки, и у него нет вращательной функции, а наоборот вибрации. Но мне почему-то умывать именно лицо с гелем нравится, когда идет такое вращательное движение, это очень прикольно. И хорошая цена. Можете посмотреть цены на аналоги, также в интернете поискать, и вы увидите, что это достаточно приемлемая цена, намного ниже, чем предлагают магазины. Ванночка для маникюра, кисть для дизайна ногтей, шикарная кисть для пудры, шикарная тоже цена. Кисть, чем мне нравится, потому что она закрывается с колпачком, ее удобно носить с собой. На нее можно набрать заранее пудру, закрыть, положить в сумочку и потом один раз в день воспользоваться. Хороший ворс у кисти, она не лезет и служит много лет. Ее также можно стирать, как обычные кисти. Всегда я стираю шампунем, можно бальзамчиком обрабатывать. Но у нее хороший такой ворс, долго служит. Красивое кольцо Дейзи с ярко таким фиолетовым камнем. И куртки Wellness спортивные. Смотрите, их несколько вариантов. Нужно посмотреть, какой размер вам подойдет, потому что здесь они идут по размерам. Также можно проверить по Гуглу. В Гугле посмотреть. Далее пляжная сумка Aruba, ожерелье Holly, закладка. Это все вы можете тоже посмотреть через Google. Все очень миленько. Я буду говорить о том, что мне очень нравится. Например, мыло яблоко и корица. Одно из моих любимых. Оно сделано как натуральное, ручное, такое прозрачное, очень ароматное мыло, которое долгое время может служить как освежитель воздуха, если его просто положить в ванной комнате или в туалете. В белье также можно его положить, если вам нравятся такие ароматы. Классные женские очки. Но мне не подошла форма. То есть, смотрите, если вам форма такая капля идет, они очень комфортные к солнцу. То есть легко, да, с ними на солнце, приятно находиться, красивый, стильный, такое необычное розовое стекло. И, честно говоря, я очень жалела, что мне они не подходят. Далее бижутерия. Так, что еще? Силиконовый спонж для макияжа. Тоже интересная вещичка, никак не попробую, но отзывы достаточно хорошие. Удобно наносить макияж таким спонжем. Кто любит вот быстроту и чтобы всегда было чистое, то есть его легко помыть, моем его мгновенно, сразу воспользовались, тут же помыли, и он чистенький. Так, дальше. Очень много аксессуаров. Так вот, лаки. Обожаю лаки серии Giordani Gold. Они классно лежат, у них плотное покрытие, они быстро сохнут, и у них дорогой такой шик. Как, тут написано «роскошный глянец», но они хорошо смотрятся на ногтях, дорого. Так, дальше. Тоже очень много аксессуаров. Жаль, что убрали бумажный каталог, потому что удобнее было рассматривать. Рассыпчатые румяна серии The One. Тоже хорошие румяна. У меня есть две клиентки, которые их с удовольствием заказывают, хотя я предлагала румяна в шариках
все равно выбирают рассыпчатые, нравятся больше. У них более интенсивный цвет набирается, чем в румяных шариках. И три оттенка. Смягчающий тоник Novage. Серия Novage обновилась, сейчас в ней тоника нет, поэтому заказать его можно только в спецпредложении. Также лак из серии Giordani Gold и жидкие подводки. Так, у нас цвет синий, желтый, зеленый. У меня есть желтая и... Нет, синего у меня такого нет, у меня только желтый. Мне нравится. Хорошая, удобная кисточка, легко ей управлять. И цвет такой, он как будто желто-золотой такой, с блеском. Я люблю его наносить поверх уже черной или коричневой стрелочки. Получается, глаз такой выразительный, как, такой яркий акцент этот желтый цвет придает. Далее жидкая губная помада серии The One. Мне помады эти очень нравятся. Классная цена, всего 143 рубля. Кстати, замечательно. Несколько оттенков. Помаду выбирайте на свой вкус. Еще несколько лаков из серии Giordani и лак из серии The One. Красивый цвет, океанская волна. Их, наверное, будет несколько. Так, и солнечный соленый прибой. Ух ты, какой необычный цвет. Надо добавить. Хотя я и хотела остановиться с лаками, но, честно говоря, сложно, конечно, отказать себе в новом лаке, тем более в преддверии лето. А блеск с эффектом сияния. Его можно носить как отдельный блеск, также на любую помаду, капельку просто на серединку положить, будет очень красиво. Так, несколько губных помад из серии Colorbox. Кстати, очень популярная помада, ее заказывают с удовольствием. Три ярких, сочных оттенка на лето. И далее стойкий лак для ногтей. Маленький объем 5 миллилитров, и я думаю, будет тоже несколько сочных. Солнечный ананас, папайя, райская птичка. А вкусный бальзам для губ кокос и манго. Тоже приятные цены. Далее защитный крем для лица из серии Пчелиный воск. Гель для душа. Так. Все. Лосьон для тела. Кстати, хороший комплект. Гель для душа и лосьон для тела из серии Эльвия. Желтый дизайн. И очень, кстати, прикольный аромат. А вот один из моих любимчиков. Это Мисс Джордани. Не помню, по-моему, Intense. Могу ошибаться. Во-первых, дизайн. Очень красивый дизайн. Прям роскошный. Во-вторых, приятный аромат. Мне аромат очень понравился. У него есть нота персика. А я люблю фруктовые нотки, когда звучат в ароматах. И от лосьона я просто без ума. И, кстати, крем для душа мне тоже очень нравится. С удовольствием эту серию взяла. И у меня даже не один набор. А когда один закончится, я достану второй, потому что понравились очень, очень и сразу. Так, далее шампунь. Большой объем. 750 мл за 319 рублей. Так, а вот как раз туалетная вода Эльвия. Это водичка с точно таким же ароматом, как парфюмированный лосьон и гель, который мы смотрели на предыдущей страничке. То есть это одна серия, и можно заказать себе весь набор, и будет все приятно-приятно пахнуть одним ароматом. Мыло «Приятный сюрприз». Было такое мыло. Мне аромат не очень понравился. На один раз, на Новый год, потому что он действительно несет какой-то аромат Нового года, неплохо. Но повторять я его уже не хочу. Не вошел он в мои любимчики. И также у нас еще щеточка для лица за 95 рублей. Это альтернатива аппарату SkinPro. Если нет возможности приобрести дорогой аппарат, можно взять щеточку и с ней также умываться ручками, да, работаем ручками и так далее. Далее, выбрали все, что хотели. Нажимаем, кнопочку «Добавить». Кнопочку «Добавить», и он у нас появляется в заказе. Чтобы проверить, нажимаем на корзину. Сейчас, прошу прощения. На корзину. Тут у нас в корзине то, что я положила ранее, то, что дополнительно к заказу бесплатно. И вот что у нас здесь добавляется. Один продукт из спецпредложения и один продукт, ну, это мой подарок. В общем-то, не суть, не о нем речь сейчас идет. Итак, что у нас с вами получается? Потом мы переходим к выбору доставки, далее оплата и оформляем заказ.
То есть выбрали, как оплатить, куда доставить, нажали оформить заказ, все, заказ улетел. Вот. Но я пока сохранять не буду, потому что хочу еще дополнить заказ некоторыми продуктами. Вам спасибо за внимание. Желаю вкусных покупок, всегда быть в премьер-клубе, чтобы пользоваться дополнительными выгодами и предложениями, и зарабатывать еще больше, используя все возможности, которые дает нам компания Oriflame. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!